Ребята, что я вам могу сказать? Воскресенье, вечер. Так, мама сейчас что-то скажет обязательно. Мама. Дорогие друзья, я хочу сказать вам всем спасибо. Спасибо. Будьте счастливы, будьте благополучны. Везения вам всем, здоровья и счастья. Ура. Вот, подожди, пожалуйста, помимо моей мамы еще... Конечно же, Сергей Савельев, который ест шашлык. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Кому? Уважаемым подписчикам и зрителям канала «Балагунет». Всем привет. Мы только что очень хорошо поработали, посмотрели очередные ужасы. И после такого обязательно надо подкрепиться. Обязательно давай. Приятно всем. Хороший шашлык сегодня? Очень. Лучше, чем вчера. Ну, вот и на уровне. Мы стараемся. Дэн, в двух словах, просто впечатления твои про себя, про наш воскресный вечер. Плодотворно, мы много увидели, что, собственно говоря... Регион пока не называем. У нас есть, даже я не хочу говорить, что у нас есть, но давай так, просто ограничимся.